Так, я опять против солнца ничего не вижу, но должно получиться очень хорошо. Это бандитские скалы. Существует легенда, что тут жили абреки, которые делали набеги на караваны, которые по торговые шли, купеческие, как их назвать, по шелковому пути. И существует легенда, что в этих скалах внизу есть пещеры, где, соответственно, эти бандиты жили и прятали награбленное. То есть где-то там пещера Али-Бабы и Али-Бабай. И вроде бы как даже сохранились домики, где они жили, там частично где-то. Где-то там внизу, туда вниз не поедем. Ну, очень красиво. Я не знаю, правда, будет засвечено или нет. Потому что против солнца...